Эйн камоха ваэлохим Адонай, вэйн кемасеха, малхут хамалхут кол оламим, умемшалтеха бехол дор вадор, Адонай мелех, Адонай малах, Адонай млах, леолам ваэт, Адонай оз леамоитен, Адонай еварех, этамо вашалом. Амен. Ваехи бин Саарон, ваёмер Моше, кумма Адонай, веяфуцу ой веха, веянусу месанеха, мипанеха, ким миссион теце Тора. Ким мисион теце Тора, удвар Адонай, ми Иерушалаим, барух шенатан, Тора, Тора, барух шенатан, Тора, Тора, леамо Исраэль, Биг душа то. Амен. Ki utov, ki le
Баруху эт Адонай ха-меворах. Баруху Адонай ха-меворах ле-олам ва-эд. Баруху Адонай ха-меворах ле-олам ва-эд. Баруху ата Адонай Элохейну мелех ха-олам, ашер бахар бану микол ха-амим, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. Присаживайтесь, пожалуйста. Давайте откроем вместе книгу Бытие, 29 глава, и прочитаем с 20 по 28 стихи. Бытие, 29 глава, с 20 по 28 стихи. ויעבוד יעקב ברחל שבע שנים, והיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. ויאמר יעקב אל לבן, הבא את אשתי כי מלאו ימי, ואבוא אליה. ויאסוף לבן את כל אנשי המקום ויעש משתה. ויהי בערב, ויקח את לאה ביתו, ויבא אותה אליו ויבוא אליה. ויתן לבן לה את זילפה שפחתו, ללאה ביתו שפחה. ויהי בבוקר והנה לאה, ויאמר אל לבן, מה זאת עשית לי? הלא ורחל עבדתי עמך, ולמה רימיתני? ויאמר לבן, לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבחירה. מלא שבוע זאת, וניתנה לך גם את זאת, בעבודה אשר תעבוד עמדי עוד שבע שנים אחרות. ויעש יעקב כן, וימלא שבוע זאת, ויתן לו את רחל, Вито ло ле иша. Аминь. Аминь. Мы также зачитаем на русском. Бытие 29, 20 по 28 стихи. «И служил Яков за Рахиль 7 лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. И сказал Яков Лавану, дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней. Лаван созвал всех людей того места и сделал пир. Вечером же взял дочь свою Лию, и ввел ее к нему, и вошел к ней Яков. И дал Лаван служанку свою Зилпу в служанке дочери своей Лии. Утром же оказалось, что это Лия. И сказал Лавану, что это ты сделал со мной? Не за Рахиль ли я служил у тебя? Зачем ты обманул меня? Лаван сказал, в нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей. Окончи неделю этой, потом дадим тебе и ту за службу, которую ты будешь служить у меня еще 7 лет других». Яков так и сделал, и окончил неделю этой. И Лаван дал Рахель, дочь свою ему, в жены. Аминь. Всем шаббат шалом, мирной субботы. Вся парашата Шаво называется «Ваеце» и «Вышел». Эту тему я назвал «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои». «Мои мысли, не ваши пути, пути мои». Эта цитата взята из Исаии 55 глава, 8 стих, и в 9 есть продолжение, что «как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Как часто бывает в жизни, когда мы что-то планируем с вами, когда мы думаем, молимся о чем-то, просим, чтобы Бог сделал какие-то вещи определенным путем, выходит все иначе. Выходит не именно так, как мы планировали. Может быть, даже у нас какие-то хорошие намерения, то, что мы просим у Бога, не обязательно что-то плохое, да? Но вот именно какие-то хорошие вещи. Все равно мы видим, что часто бывает в жизни, что Бог по-другому это делает не так, как мы ожидали. И расстояние между небом и землей, мы знаем, оно довольно-таки большое. Но смысл здесь в том, что с неба или с высоты, вот кто летал на самолете, знает, да, намного обширнее и лучше все видно. Когда ты летишь на самолете, еще не поднялся на 10 тысяч метров, да, вот-вот, и только что поднялся, ты можешь видеть границы между морем и землей, ты можешь видеть границы между лесами и озером, то есть намного четче все видно. И то, что имеет в виду Бог, это то, что я вижу твою картину, твою жизнь намного глобальнее, намного шире, намного лучше. Я вижу, где твои границы. Даже лучше, чем ты это видишь или понимаешь. И, друзья, жизнь Иакова здесь не исключение. Мы видим, что он ожидает жениться на Рахель. Он трудится и служит за эту девушку. Созвали пир, представьте себе,
Он не знал этого обычая, но все те, которые жили там, во-первых, знали Лавана, во-вторых, знали обычай, что, скорее всего, дочь первую он отдаст Лею. И представьте себе, все сидят, он радостный, ожидает Рахель. А люди сидят и думают, улыбаясь, как бы, да, говорят, бедный парень, а? Утром ему будет, наверное, сюрприз. Не ту девушку получит. И вот представьте, просыпается и видит Лею. Совсем не то, что ожидал. И, однако, здесь, да, делает ему, как бы, скидку Лаван и говорит, что вот эта неделя закончится, и ты получишь вот ту дочь, которую ты ожидал, и потом еще будешь мне служить 7 лет. Яков получает то, что он ожидал. Но интересно, друзья, Лею написано, он вообще не любил, то есть его не привлекало глаз. Это то, что он не хотел, это то, что он не ожидал. Однако, именно через Лею Бог благословил его большими детьми для созидания колен Израилевых. Через Лею, включая служанок, 9 детей было у Якова, включая Дину, да, дочь. Если взять чисто сыновей, то только от Леи родилось 6. То есть это половина от всех колен Израилевых. Двое из них очень важные личности. Это Иуда, от которого произошел наш Мессия, мы знаем, Иешуа. Он родился от Леи. И Леви, от которого произошло служение левитов и священников, тоже, мы видим, рождается от нежелаемой жены, от нелюбимой жены, от той жены, которая не привлекает глаз. Как часто бывает, друзья, когда мы служим Богу, у нас определенные ожидания, мы хотим что-то хорошее от Бога получить, мы даже строим это в своей голове, мы даже это называем своими именами в молитве, мы даже молимся конкретно, чтобы Бог что-то мне дал, и потом мы видим, что Бог дает абсолютно другое. Мы видим, что Бог абсолютно другой расклад дает, другой ответ в молитве дает. И порой человек тоже, вот как Яков говорит, разве я, Господь, недостаточно служил тебе? Недостаточно вкладывался? Но мы видим, что точно так же, как Бог дает Иакову Рахель, Лаван дает все же дочь, которую он хотел, Бог тоже часто дает нам желаемое. Бог тоже часто благословляет нас тем, что мы просим, то, что нам нравится, то, как мы думаем, это хорошо для нас. Бог, Он благой Отец, и Он все равно благословляет. Но по результатам порой видно, что больше плода в нашей жизни, вот как больше детей у Леи было, да? Больше плода и результатов в нашей жизни очень часто бывает через те вещи, которые мы не ожидали, что они придут в нашу жизнь, которые мы не молились вообще за них, потому что мы их и не желали. Ну, например, заболел человек, да, или какая-то трудная ситуация, то, что человек абсолютно не хотел, чтобы пришло в его жизнь, именно через это Бог приносит больше плода. Я хочу затронуть несколько вещей. Во-первых, вот на этом примере, да, большая часть основания нашей вообще веры, нашего хождения пред Богом, это, как я сказал, именно за счет тех вещей, которые мы не ждем в жизни, которые мы не ожидаем, которые мы не желаем. То, что нас, наш глаз не привлекает, как Иакова не привлекала Лея, чисто вот визуально. Однако мы видим, что основание нашего народа, большая часть, именно через нежелаемую жену. Во-вторых, решение наших проблем, исправление каких-то грехов, да, тикун улян внутренний наш, спасение в разных сферах нашей жизни тоже часто приходит через нежелаемое. И мы знаем, что семя Мессии, оно произошло тоже от нежелаемой жены, через Лею. Прорыв в служении порой рождается тоже через какие-то неприятные вещи в нашей жизни. Точно так же, как род священников в лице Левия появился через нежелаемую жену Лею. И в-четвертых, мы учимся благодарить Бога как за хорошее,
так и за плохое, именно когда неожиданное приходит в нашу жизнь, когда какие-то неожиданные вещи приходят в нашу жизнь. И об этом мы возьмем пример имени Иуда. Он родился от Леи, он родился от нелюбимой жены. Его слово, оно означает благодарение, леодот. Да, часто как бы говорят, как прославлять Бога, но леодот – это благодарить в первую очередь. И как еще, друзья, мы можем на самом деле прославить Бога в своей жизни, если не жизнью благодарного сердца? Мы можем поклоняться долго, поднимать руки и петь, но если сердце через жизнь не показывает благодарное отношение к Богу, то это пустое прославление. Друзья, имя Иуда, которое, да, вот этот сын, который произошел от нелюбимой жены. Пишется вот таким вот образом. И через это имя действительно в первую очередь видно, кого мы должны благодарить. Мы должны благодарить Бога в нашей жизни. Почему? Потому что, ну поправьте, если ошибаюсь, по-моему, это единственное имя, где полное имя Бога находится в этом имени. Не просто Юдгей, а Юдгей Вавгей. Если убрать эту букву, у нас получается Адонай, да, имя Бога. Юдгей Вавгей. Далее, это четвертая буква в алфавите иврита. Иуда был четвертым сыном в семье. И это просто показывает, друзья, что его имя без имени Бога, оно просто бессмысленно, оно просто пустое. И поэтому жизнь человека без Бога внутри этой жизни – это бессмыслица. Но интересно, что буква «далит», она тоже означает что-то. Если поставить другие огласовки, это «дверь». Делит. Поэтому, как я вижу, здесь скрыто интересное значение в имени Иуда, что Бог – это дверь. И через Иуду появился тот, который сам о себе сказал, что «я есмь дверь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня». Жизнь верующего человека, друзья, должна выглядеть вот как это имя. Что мы должны с вами стать проходом, через который люди могут прийти к Богу, через который люди могут увидеть Бога. И если убрать Бога из нашей жизни, это просто будет дверь. Просто будет, знаете, вот как люди, когда вытесняют Бога из своей жизни, они говорят, что ну вот, мы и есть решение всех проблем. На самом деле это Бог, который есть дверь. Дверь – это выход, дверь – это вход, друзья. Дверь – это выход из сложной ситуации в семьях. Дверь – это вход в Божье благословение и так далее. Список может быть очень длинным. Но когда мы благодарим Бога в своей жизни, вот именно через служение, посвящение, то Бог начинает открывать двери и решение проблемы в нашей жизни. И, друзья, пусть Господь благословит нас, чтобы мы не остывали в служении Ему, не оставали именно в служении Ему и благодарении Бога, как мы можем благодарить Его, как только не через служение. Но это часто происходит, друзья, именно через те вещи нежелаемые, которые Бог посылает в нашу жизнь. Порой неприятные, порой через боль мы проходим в своей жизни, но через это Бог совершает свою волю. Пусть Он благословит нас. Аминь. Давайте встанем на свои ноги. Барух ата Адонай Элохейну Мелех Аулам, ашер натан лану Торат Эмет, вехаей Олам ната бетохейну. Барух ата Адонай нотен ха-Тора. Амен. Везот ха-Тора, ашер са-Моше, לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. אמן. אצחיים כי למה חזיקים בה ותומכיה מאוד.
шар грахеа, дархейна, веколети вотея шар.